Антикоррупционной службы Жамбылской области. Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Управления здравоохранения Акимата Жамбылской области по факту хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу пандемии путем приобретения медицинских изделий по завышенным ценам, тем самым причинив ущерб государству на сумму более порядка 9 миллионов тенге, если быть точным, 8 730 560 тенге. Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 разглашению не подлежит.